Я рад приветствовать любителей красочных историй на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами вновь возвращаемся в игру под названием Ori and the Will of the Wisp. Ну что ж, дорогие друзья, давайте исследовать новые локации, посмотрим, какие друзья нас ждут в этих зонах. Чуть-чуть возьмем чего-нибудь. Вот, отлично. Восстановим здоровье и побежали. Пойдемте сходим с вами на правую сторону. Посмотрим, что там. О, там нас уже ждут товарищи. Вот так вот. Это... О, это вода тоже, смотри-ка, пузырится. А это значит... Бульк. Так. Тихо. Бульк. Так, любопытненько. Я думаю, я даже не знаю, стоит ли. Ладно, давайте, наверное, так сделаем. Я думал, что, может быть, стоит на молот переключиться, сами понимаете. Так, у нас тут тоже что-то есть. А, надо вот этот фиолетовый камень подбить. А это значит, мы с вами здесь в воду запустим, да? То есть сольем всю эту водичку поганую. Ну, либо плавать научимся. Оп. Оп. Давайте. Мы не против. О, привет, лохматик. Ты дух, да? Я видел твое привидение. Не, серьезно. Есть одно место, где бегают духи-призраки. Я как-то раз хотел побегать с ними на перегонки, но никого не догнал. Так, гонки с духами. Ха-ха-ха, новый слух. Так, найдем и будем бегать. Я не против. Так, вот то место такое. Она вроде мне говорит, что там что-то должно быть. Эти синие грибы. Ну, возможно, там ничего и нет. Эл. О, нет, нет, нет. Странная штука, это задание. О, если я вот так сделаю, я прям могу прям местность посмотреть. Вау, прикольно. Этого я не знал, что я так могу. Хоу, хоу, хоу. Перегонки у нас будут где-то здесь. Так, ладно, понял. Моя глупость. А стрелять я почему-то не могу. А, ну окей, давай так сделаем. Так будет как-то понадежней. Потому что он бы тут все равно грохнулся бы, нас ударил. Так, все, бульбочки эти все смываем. Ебадабаду! Окей. Музыка такая... Здесь очень, знаете, такая сказочная музыка, когда ходишь, например, по какому-нибудь лесу. Вы знаете, не простому лесу, а какому-нибудь темному-темному лесу. В этих сказках наших любимых. Так, это мне что нужно сделать? А я вниз могу спрыгнуть? Да вроде как нет. А, наверное, я должен еще раз стрельнуть, да? Во. Ой, соломинка. Прикольно, что мы клей взяли все-таки. Смотрите, везде черепахи, да? Не просто так, это везде черепахи. Воу! Я вначале не ожидал, что я смогу спрыгнуть вниз. О, гриб, наверное, прыгать можно будет. А, нет, это нажимная панель. Так, ну понятно, там камень где-то есть сверху. Видимо, этот парень, ему не нравится этот мост.
А иначе почему бы он стал бы на него кидаться, да? Как-то вот... Ой, в ту сторону. Опачки. Ой, я не то нажал. Так, ты все, камень пошел вниз. Но мне же хочется туда залезть. А я туда смогу? Мне кажется, что там что-то есть. Так, ну потащили, ладно. Ага, смотри-ка, мне еще как-то надо туда заволочь. Ага, я понял. Так, нам надо, наверное, вначале сюда стрельнуть. Да? Перетащим. Естественно. Пинг. Во. Ах, тащим. Ах. Ноша не по маленькому зверяку, конечно. Ах. Маленькому, но сильному. Музыка просто потрясная в этой игре, я не знаю. Прям я кайфую от того. Ощущается реально вот чувство сказки. Благодаря музыке. Насколько сильная штука это музыкальной композиции. Насколько они хорошо могут создавать настроение. Ну давай, давай. Шоу вон! Ирод. Языкастая черепаха, ну прекращай. Как ты смел меня трогать? Дело пошло. Так, почувствую, что здесь что-то есть. Ну не может же столько времени наш герой гулять и ни на один ништяк не нарваться. Где-то же должен быть ништячок. Тут вроде какой-то есть. И тут вроде какой-то проход есть. Мы-то мимо него, что ли, пробежали? Даже удивительно, и здесь проход. Пэнк, пэнк. Потом вернемся. Ах ты. Зараза. А я тебя не убил? Вот это подстава, я думал, что мне хватит сил. Так, ладно. Разберемся. Ага. Проходик откроем на выход. Комарика выпустим из домика. По-моему, он уже напился крови. Фига себе, я как-то даже себя умудрился надамажить. Ой, не то сделал. А теперь то. Давайте подкинемся.
Отлично. Немножечко ништяков. Так, мы отсюда выбрались. Отлично. Получается, мы с вами и здесь что-то спустили. Возможно, вода ушла везде. И нам теперь можно смело, наверное, идти вот сюда, да? Может, тогда я не мог пройти, потому что там вода была? Да, так и было. Аж жопки тебя. Давно мы с тобой не виделись, чучундра-то я такая. А лук-то хорош, вы знаете, хорош. Ура! Ништячки! Так, а тут, возможно, мы сможем сломать. Возможно. Да? Так, как там у нас переключается? Вот так вроде. Да, вроде не ломает. Так, не страшно. Так, ага, вон куда нам надо. Ага, ага, вон где, я понял, вот где у нас с вами лягуха припряталась. Ха-ха-ха! Да, отлично, фрагмент. Прям чем больше собираем, прям так приятно становится. Мистер. Ай, комар, комар, комар! Там еще рыба плавает. Всех расстрелирован. Фу, что-то как-то тут и рыба уже такая офигевшая плавает. Так, что вот она, интересно, делает? Она мне не кусь-кусь? Нет? Не кусь меня, если я на плотике стою. Вроде как бы не кусь. Хм. Там что-то, во что можно стрельнуть. А! Фига! А как же мне тут? А никак, ты умрешь. А тут и так умру. Так, походу мне надо... Я понял. Нет. Ну, как бы я понял, да? Но не понял. Рановатенько. Так это еще и не здесь. Я думал, что нам здесь откроют проход. Возможно, мне пока сюда не надо. Всякая зараза мне не мешала. Так, смотрите, а там у нас товарищ какой-то новенький.
Так, чтобы до него добраться, что нужно сделать? Как-то нужно хитро подпрыгнуть. Но я так не достаю двойным прыжком своим. Так и до туда не достану, да? Уйди, пуси, уйди, пуси. Ну давай, давай. Чтобы он не мешался просто, то я боюсь, что он меня просто замучает. Так, и вот туда бы, да, как-нибудь бы. Вот там, наверное, наломать можем, а может и не можем. Мне кажется, мы сейчас столько здесь всего интересного пропускаем. Из-за того, что наших возможностей просто не хватает. Здесь допрыгнуть, там допрыгнуть, здесь залезть. А, это торговец, он карту продает. Как же нам к нему, а? Как к нему попасть? Возможно, у нас что-то появится. Так, давайте-ка вот этой штукой с ним поборемся. Молот, по-моему, одно из самых эффективных. Так, ну, наверное, здесь надо что-то нажать. Какой-то механизм должны запустить мы, чтобы у нас появилась возможность как-то пройти дальше. Ну, вот на данный момент... Пока это невозможно. Ой. Я... Да зараза такая, иди сюда. Я помню, как с тобой бороться. Меня не обманешь, мы уже прошаренные. Смотри, а здесь мы... Как-то он оттуда вылез, а мы теперь обратно туда залезть-то не можем. Так, вот, пожалуйста, мы с вами и открываем механизм, да? Точнее, запускаем, открываем дверь. О, и здесь что-то есть. Что это такое? Награда за испытание. Гонка духов. Слух разведан. А это и была гонка. Я тут ни одного духа не видел. Вообще такое место мы уже находили ранее. Точнее, даже оно не так же выглядело, а выглядело как то, которое нам показали только что в видео. Что оно делает, вообще непонятно. Но какая-то, видимо, очень интересная вещица. Так, ну до туда я даже уже не допрыгну. Ладно. Пойдем искать проход. Выше. Не, ну есть мнение мое. О, дерево. Что нам сейчас что-то дадут, чтобы мы смогли пересекать еще большее расстояние. Может, третий прыжок. Хотя, думаю, нам не сильно поможет. Рывок. Вы освоили новое умение. Нажмите РБ, чтобы совершить рывок вперед. И даже в воздухе. Фурык. А вверх? Нет, только в бок, ребят. Это рывок только в бок. Но тоже неплохо. Вообще идеалити.
Так, нужное оружие у меня стоит. Да что такое, а? Вы-то меня не злите, вы же видите, я не могу контролировать свою мощь. Это что ж мне теперь надо? Ну ладно, давай попробуем так сделать, да, отсюда. Да, легко. Блин, это прикольно. Хо, какой я теперь стал ловкий. Так. Как обезьянка просто. Жук ходит. Ой, не достаю. Ой, не достаю. Ладно, давайте еще раз. Как же нам так сделать? Мы слишком проворны. Нравится. Вот эта штука классная. Вот тебе развлечений-то будет. Брунг. Бунг. Саечка за испуг. Давай, камон. Ну давай, ты ж хочешь. Ой! Ой! Саечка! Нравится! Ох, чем дальше, тем интереснее становится. Сколько возможностей. Ну все, как бы мы здесь выбрались, да? И теперь нам можно теперь залазить куда хочешь, как говорится. Ау! Только не сюда! Куда хочешь, только не сюда, пожалуйста. Воу-воу-воу, чуть не на шипы. Так, подожди, а ну-ка давай посмотрим. У нас, во-первых, есть место там, где я... О, а там снизу что-то было. А я не забрал? Так. Вот это вот разве не палка, которая мне должна позволить? Ну да ладно, мне походу это не она. Почему это она в первый раз не запрыгнула? Я вообще не понял. Вроде так же рывок и вниз присел. Прыг-прыг. Прыг-прыг. Просто буду теперь злить эту штуку, потому что она меня убивала. Так, ну и все. И все. Получается, вот мы какую-то гонку открыли все-таки здесь. Но я так и не понял, в чем суть гонки. Мы даже ни за кем не гнались. Просто какая-то точка, походу. Ну, еще один ништячок. Заметил его на карте, но... Пришлось заново оббегать. Ну, ничего страшного. Ну, сразу, видите, не сразу не сообразил, а заметил после. Это значит не разламывается. Ну, она просто сделана была, да, для того, чтобы мы... Ой! Смогли зацепиться, скажем так. О, а я серьезно, я могу раскручиваться и по бокам? Ну-ка. Возможно, надо посильнее запрыгнуть. Хе-хе-хе, было прикольно. И полетел. Так, ну, давайте используем лук, да? Ну, как говорится, такое дело.
Это такое дело. Нам такое дело не надо. 800, кстати, денег у нас уже. Ну, 800, я не знаю, что это такое, но какие-то светящихся штук, за которые можем купить кучу светящихся штук других. А у нас еще есть с вами в данном месте ништячок. Ну, я надеюсь, что мы до него сможем тоже со временем добраться. А может, уже сейчас сможем. Не получилось отойти в нужный момент. Ну ладно. Подкинуто есть. Да господи, ну это ж просто капец. Если ты прыгаешь на этой палке, если на этой палке сделать прыжок вверх, ну типа ты хочешь прыгнуть, то он резким рывком лезет наверх. Не всегда это хорошо. О, а где здесь гусеничка? Гусенички нет. Что такое? Ты сломался? Дурацкие комары, ужас. Ну, болото, что мы хотели, да? Болото, да, слякоть везде. Так, вот нам надо бы сюда. Но я знаю как, да? Теперь-то мы знаем как. Ау, нет! Только не убивай меня! Гар, зараза! А, о, я здесь, ладно. На, в животик тебе. Вот так вот. Вот они. Так, пойдемте купим карту. О, ладно. Повыше. Привет, дружок, нам карта нужна. Приветствую тебя в лощине Квалока. О, уйди, Квалок. Этот край владения Квалока, хранителя Топий. Благодаря его заботе здесь почти ничего не изменилось, когда пришел упадок. Не желаешь приобрести карту жабьего жилища за 150 искр духовного света? Это искры духовного света. Конечно, пожелаю. Благодарю. Вообще интересное существо тоже такое, непонятное существо совершенно. Большие глазищи, какие-то пружинки на голове. Это нам, значит, надо вот сейчас сюда пролазить, да? А здесь что? Что это такое? Непонятно. Ну, сюда, наверное, типа нам не надо, но мы, наверное, постараемся. А потом уходить надо будет. Прыг, и сюда уйдем. Как раз за счет нашей возможности. Возможности прыгать высоко и взлетать. Не взлетать, но вы поняли, да? Рывком двигаться. Вот так вот. Ой, сейчас же здесь комары опять эти будут убиваться. Прыгай. Да блин. Окей. Вот меня конкретно разозлил. Квалок, тебя задери. Ага. Это я здесь могу залезть. Я сюда могу залезть, ребят. Могу. Давай вначале мы, наверное, подстрелим. Вот его особо сильно наглого. Вот так вот. Похилимся, конечно же. Ну а после этого... Квалок. Привет. Изи.
А их нельзя уничтожить? Вроде как нет. Так, вот-вот начинается. Вот начинается. Ладно, давай так сделаем. Просто избавимся, наверное, от него пока так. О! Какой же я любопытный. Вот это место, да? Нажмите. Нажмите А, чтобы пропустить. Но мы пропускать не будем. Мне интересно, что это такое вообще? Что оно нам дает? Эти непонятные монументы, совершенно непонятные. А-а-а, это и есть наша гонка. Мне надо было, видимо, быстро, за время, отсюда добраться до туда. И мы получим с вами какое-то количество, походу, за счет этой скорости мы получаем какое-то количество наград. Нам просто указывают точку. А-а-а, вот теперь надо. Нет. Ой, я уже не успеваю. Я уже не успеваю. За сколько я бы успел? Смотри-ка, мне дали всего что-то 2, а сколько там было? 27, да, вроде как. Заново. Заново. Вообще прикольная тема, мне нравится. Четыре. Пум-пум-пум-пум-пум. Хорошо. О, получили 1000 искр. По-моему, приятно было. Приятно. Ой, приятно. Так, список лидеров. Ну, там, наверное, ребята доходили, наверное, из-за гораздо-гораздо меньше. HLM... Это что? Это HLM, это я, да? Это... А, не, Мака, вот. HLM это на первом месте. 47. А, это даже не на первом, это 401. Пипец, как там, я не знаю. А первых можно лидеров посмотреть, пожалуйста, покажите. Просто интересно, насколько ребята проходили. Но я думаю, тут она секунд за 15 есть, кто проходил. Особенно, наверное, с какими-то возможностями. Ты можешь перекатать, да перепройти все это. Когда у тебя появятся какие-то рывки сверх, супер, там, я не знаю, может, телепортация появится или еще что, я не знаю. Но все равно забавно. За 25 справились, уже хорошо. Как-то я не гонюсь за результатами, мне циферки эти не нужны. Вот, я за 24. 90, ну, короче, типа на, я прям на грани, на грани. Ой. Жучок. Паучок. Так, давайте по... А, мне не хватает энергии, да? Давайте глянем, куда нам дальше идти. Вот здесь что-то мы недоизучили. Вот это прям какое-то маленькое такое место. Оно меня смущает. Надо сходить. Ну и пойдем наверх уже, да, выбираться. Выйдем здесь и пойдем исследовать. Вообще, конечно, интересно и на старую локацию вернуться. Я думаю, мы сейчас можем во многие места попасть. Например, сюда. Может, даже сюда. А может, даже и вот... Нет, сюда нельзя. Мы сюда не можем. Не размечтался. А, ну да, мы здесь тогда не смогли пройти, потому что у нас с вами не было рывка. Теперь-то он есть. О-о-о-о-о! Так, ну, о, быстрый выстрел. Вы получаете новый осколок духов. Он увеличивает скорость атаки духов для использования. Нажмите. Я, кстати, поменяю вот этот вот, наверное, предмет. Вот как раз вот на этот предмет. Не сильно мне он нужен. Пока, по крайней мере. Со временем может быть. Пока так.
Какое жуткое место. Смотрите, похоже на рот чей-то, да? Как будто это чья-то пасть. Так, ну нам сюда по-любому надо. Мы тогда сможем ворота открыть, да? Выходит так. Так, ну давайте тогда это и сделаем. Оньк! Все, ворота открываются. У нас с вами место священный бассейн. Место будет сохранения. О, новый источник. Игра сохранена. Ом. Уж очень хочется. А то вдруг сломаем. Ой, чувствую. Ой, чувствую. Это кто такой? Это жук? Воу! Фига! О, как я так... Все равно, но слишком длинное полотно, да, получается надо... Тут все на рывок, я понял. Все на рывок ориентировано. Вау! Вот этого я тебя не ожидал. Музыка-то какая. Ау. Да как ты так? Я слишком близко к нему стою. Это все? Ну, в принципе, я ничего другого-то и не ожидал. Босс довольно простой. О, Мокки. Мои дорогие друзья. Красивый. Музыка мега-супер-эпичная. Все очень круто. Но. Босс простой просто. Элементарно, так сказал. О, фига себе, как из автомата могу стрелять теперь. Я не думал, что настолько буду быстрым. Так, ага. Но, возможно, потом нам, да, дадут? Я думаю, что да, мы должны отсюда будем выбраться. И чтобы, наверное, выбраться из этой области, нам с вами понадобится... новая способность. Я уже ее жду, не дождусь. Она мне будет нужна вот здесь и в других местах. О, во-во-во, жижа. О, она ломает.
Ой-ой-ой, ладно, я передумал. Наплевать. Так, вон там тоже у нас, да, место? А вот здесь что-нибудь есть? Какие же все-таки штуки вредные. А что здесь? Как-то тоже потом, наверное, сможем запрыгнуть, да? А здесь что? Что вы от меня хотите? Не издевайтесь над маленьким существом. Ау! Уйди. На всякий случай подхилимся. Фиг его знает, что тут нас, как говорится, ожидает, да? Давайте-ка гляну карту. Ага. Вот и деревце. Отлично. Новая способность. Импульс. Вы освоили новое умение. Удерживайте ЛБ возле светлячков, снарядов или врагов и прицельтесь, чтобы совершить прыжок. Снаряды полетят в другом направлении. Но это, кстати, способность как раз та, которая была у нас в первой части Ори. Поэтому люди, которым не нравятся способности... Ау! Нынешние... Порадуется за это. Так, я туда, да? Ага, я понял. По направлению стрелочки, значит, мы летим. А, я понял, куда. Вот смотрите, а там рисуночек какой-то на заднем плане. Это Моки, наверное, да? И какая-то... А, это, наверное, древо, что ли? Я не знаю, что это. Или жаба это. Что это такое вообще? Что вот там нарисовано такое? Со спиралью на пузе. А! Я. Так, давайте, наверное, теперь подхилимся, потому что хп-то у меня нет. Так, удерживайте ЛБ, чтобы использовать умение импульс и достигнуть новых высот. Мне интересно другое. Я могу на снарядах, да, получается, на этих... А, и снаряд в другую сторону, я понял. Ну, вообще интересненько, очень-очень. Ну, как всегда. Это всегда было круто. Так, ну мы можем, наверное, и наверх уйти. Как вы думаете, наверх можем? Нас, конечно, ведут-то вниз. Но, походу, нам все равно нужно наверх идти. Вот здесь какое-то задание наше основное. Но вниз мы можем пойти, чтобы посмотреть, что там, естественно. Блин, я не посмотрел, кстати. А может там что-то есть? Может там что-то припрятано? Нет, ничего нет. Блин, я хочу туда. А, я понял, куда мне надо. Там тоже на боковую стеночку сможем. Поздновато, поздновато. Во. Нет! Так, погодь. Во. Мишлячок.
Обожаю ништячки. Так, писюнчатый, я могу и до тебя ведь дотянуться, ты в курсе, да? Оу. Так, непросто, тут не дотянешься. Жучила, уйди, а. Тебя же не звали. Так, а если я сделаю... Ого! Идеально! Истинный паладин машет, машет, не попадет никак. Так, ну что, погнали, погнали в эту сторону. Так, а вот там справа-то тоже что-то лежит. А, мы там, наверное... Ой. Окей. Давай еще раз. Так, не получается. Ой. Так, убили. Вот с этим-то будут небольшие проблемы. Может быть, кстати, даже наоборот, не убивать ее не надо. Вот это вот непонятная штука. Что она из себя представляет? Ой. Ой-ой-ой. Какое интересное место, это куда мне? Ага, это я как раз таки иду по следу нужному мне, да? Мистер, мы влазить будем? А все подальше отойду, вот сюда вот. О, а я могу же и от врагов тоже отпрыгивать. Я про это совсем забыл. Что от врагов-то мы тоже можем отпрыгивать, окей. Но я даже не знаю, есть ли смысл нам сейчас сразу уходить в эту сторону. Так не хочется, там же вот много всего вкусного. Только там, по-моему, закрыто, да, было? По-моему, там было закрыто. По-моему, там это место закрыто было. Какое место шикарнейшее. Смотрите, какой грибной лесок. Кто это? Кто это? Кто это? Моих тоже. Выходит, Моки не ошиблись, я хотел верить, но слишком уж много. Яквалок, приветствую моих топях, дитя. Моки, говорят, ты ищешь свою подругу Сову. Она упала на востоке, далеко отсюда.
Она тут бедная одна, а я тут, понимаешь ли. О, битая скорлупа. Сейчас она в тихом лесу. Смотрите, тени, как будто две птицы, да? Смотрите, в тенях. Совы там больше не живут. Когда-то я ходил туда через тот водоем, но теперь вода грязная и зловонная. Впрочем, есть один способ. В роднике, что на западе, затихло. Если ее запустить, вода снова станет чистой. Я бы рад пойти с тобой, но я нужен Моки здесь. Впрочем, тебе... не придется идти. Видимо, в одиночестве. Вот огонек. Отблеск древнего света, некогда светившийся. Жаба говорит «Бог Каланамо» и все, короче. Да, там у нас целое предложение на 800 букв. Я бы тоже так умел бы общаться. Было бы здорово. Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях. Я голос леса. Я последний раз я видел духов очень давно. И давно не покидал эти топи. Но я справлюсь. Роднику нужна наша помощь. Да, ступай к роднику. Научи воду течь, как прежде. Я этому безгранично рад. Отлично. Отображать все. Точки переноса. Отображать предметы, отображать все. Вы нашли новый огонек. Голос леса. Максимальный запас, видимо, что-то там жизненное, я не знаю. Хранитель топий. Тихая мельница. Новое задание. Запустить мельницу. Мельница у рудника давно затихла, ее жернова неподвижны. Прикольная жаба. Избавь ее от недуга, чтобы вода могла течь как прежде. Я-то думал, что он опять будет говорить без остановки, а в этот раз я могу контролировать его разговор. Прикольная жаба. Обалденно крутая. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами отыскали новую задачу, новую цель. И поняли, где обитает на данный момент Ку. Куда она упала и что там с ней происходит. По-моему, это самое кошмарное место, которое можно было представить именно для нашей бедной... для нашего бедного совенка. Потому что вы сами понимаете, да? Смерть и ужасы тех земель, воспоминания и возвращение к прошлому. Надеюсь, что мы в скором времени ее сможем найти, потому что хочется уже поскорее обратно вернуть друга домой. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия, дорогие друзья. Если это так, то, конечно же, не забывайте поставить пальчик вверх, прокомментируйте, поделитесь с друзьями. Не забывайте, кстати, приходить на стримы. На стримах проходим разные интересные игры и некоторые, которые вы не увидите на этом. Эксклюзивчик, так сказать. Ну а с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.